Итак, дорогие друзья, в данный момент производится окраска гостевой комнаты. Используем мы Аспра 2700. Вот, сейчас кратко по характеристикам пробегусь. Рабочее давление идет у нас 12-13. Потом краску используем Project Керамик. Это керамическая акриловая краска. Вот, очень износостойкая для стен. Вот. Сейчас буду показывать, как она уже непосредственно в нанесении. Используем сопла 512. Вот. Сейчас уже непосредственно покажу. Зайдем в эту туманную комнату. Уже покрасили вот одну стену. Красно вторую. Шатров у нас, короче, начинает закипать. Где мы ловим себя сюда? Так, ну, заливается отлично. Не, вообще прикольно. Классно. Краска еще у нас. Сейчас вот все глянц. А так вообще она... Сниму респиратор, пожертвую своим здоровьем. Так вообще у нас идет краска матовая. То есть высохнет, будет все мат. Обязательно покажу, что у нас получилось под светом. Засветим все. Но уже сейчас нас, в принципе, радует результат. Ну, самый главный результат будет, когда... Когда мы хорошо эту комнату и пойдем. Уже подсыхает. Вот так выглядит. Это так прочищался пистолет. Сопла. Расход где-то половина десятилитровки, 5 литров. Даже чуть меньше, наверное. Нет, чуть больше. Ну, поточнее тогда в следующем видео скажу. Сейчас просто еще красим. Так что вот так вот.
Обязательно покажу, что у нас получилось под цветом. Спасибо за просмотр.